Мы сделали новый интересный продукт. Этот умный стол видел 3 поколения людей. Его возраст более 200 лет. И сегодня я вам покажу, что у нас получилось. Изюминка этого умного стола – это его столешница. Это амбарная доска, дуб. Старые дома разбираются, делаются из них мебельные щиты. В таком виде он поступил к нам. Мы вскрыли в этой столешнице все волокна, обожгли и покрыли его итальянским лаком. Если сказать, что этот стол был сложный, это ничего не сказать. Первую эту столешницу мы забраковали, потому что она была слишком тонкая. Вторую у нас Яндекс.Доставка просто потеряла наш мебельный щит. И третью у нас кипела вся эпоксидная смола. Заказчик данного шедевра прислал нам картинку из Пинтереста и сказал: «Хочу такой стол». Мы ему предложили пойти дальше, и он согласился. Ну что, пора посмотреть, что в этом столе умного. Наша гордость – это колонки. Колонки мы делаем сами. Они у нас 60 Вт из дуба с пассивными динамиками. Звучат очень хорошо. Также в стол мы встроили 2 немецкие розетки и 2 USB мощностью 20 Вт. Индивидуальная опция для каждого заказчика – это вырез под пользователя. Наш заказчик попросил его сделать вот в таком формате. И глубина его 9 см. Беспроводная зарядка 20 Вт. Заряжает телефон и наушники. С торца стола у нас встроен USB хаб с кнопкой включения. Кнопка включения у нас включает и выключает всю электронику стола. Также здесь есть зарядные платы Type-C и Type-A. И плата для передачи данных и флеш-карт. По просьбе заказчика мы сделали ящики из этого же материала. И сделали их с доводчиками. И смотрятся они очень гармонично. Стол у нас очень тяжелый. И для этого нужно хорошее основание. Основание сделано с нашей доработкой и выдерживает 140 кг. Этого достаточно. С левой стороны стола мы встроили пульт управления подстольем. Подстолье регулируется от 72 до 122 см. Также имеется память положений. Мы, компания iWood Pro, делаем умные столы по вашим пожеланиям и размерам.